Обменять вышедшие из обращения банкноты на действующие денежные знаки казахстанцы могут без каких-либо ограничений по срокам. Речь идет о тенге, выпущенных в 2006 году. Как выяснилось, некоторые граждане не успели их обменять. Подробности в следующем материале. Свыше 66 тысяч купюр старого образца обменяли казахстанцы на новые банкноты буквально за пару месяцев. Их общая сумма превысила 163 миллиона тенге. Период бессрочного обмена стартовал с 12 июня. Больше всего обращений филиала Нацбанка поступило от жителей Алматы. Около 16,6% от общего числа. Далее следуют Нур-Султан и Карагандинская область. Обращались в основном люди в пожилом возрасте, кто копил у себя дома и по тем или иным причинам не услышал о завершении периода действия данных банкнот и также обмена. Было принято решение о введении бессрочного периода обмена. Банкноты старого образца представлены в номиналах 500, 1000, 5000 и 10 тысяч тенге. Примут их в территориальных филиалах Национального банка, обмен не ограничен какими-либо сроками. Из номинального ряда банкнот образца 2006 года наибольшее количество для обмена поступило банкнот номиналом 500 тенге. Их доля от общего количества принятых на обмен банкнот составила около 47%. При выпуске банкнот нового дизайна первый год купюры старого образца являются законным платежным средством. В период параллельного обращения их обязаны принимать по всем видам платежей. В течение последующих 3 лет деньги можно обменять во всех отделениях БВУ и Казпочты. После этого периода купюры бессрочно примут в филиалах Национального банка. Индира Тикжанова, Марат Дихамбаев, Хабар 24.